Всем привет! Сегодня вот решили проехаться в горы, набрать водички чистой питьевой, потому что дома та, что из-под крана вода, начинаешь когда кипятить, чайник весь вот в этой накипи получается и так далее. У нас здесь недалеко есть Алмарсан горы, кто знает. Тут есть родник, можно воду чистую питьевую набрать. Сейчас покажу красоту вот этих зимних гор вам всем. Какая у нас сегодня красотища тут по пути в горы наши. Тут очень посещаемое место. И летом, и зимой приезжают сюда на речке отдохнуть, ну, подышать воздухом, шашлыки делают, жарят. Вот такая красота у нас. Вот такая красотища тоже немного показать по дороге. Снежная сказка, да, такая? Да, красивая. Воздух, красивая. Дети, вот дети катаются, тоже сейчас зимой тоже ездит много народу, вот на горках на таких катаются. Многие тоже за водой идут, многие просто погулять. Вон та тоже горка какая-то у нас и видно. Вот такая красота. Еще немного снежной красоты горной. Кстати, тут кто давно, если не был, или кто-то может, ну, кому интересно, вот здесь сейчас плотину строят. Вон, видите, стройка идет. Сейчас покажу. Вот сейчас я стою в данный момент на плотине. Сейчас покажу с другой стороны. Она так вот зигзагом идет. Раньше вот ее не было, сейчас свежесть строят. Вот такая красотища. Вот краны тоже стоят. Красиво. Вот такая красота, друзья. Смотрите, снежные горы. Красота, тишина. Там внизу очень много людей, несмотря на погоду. Ну, то есть и зимой, и летом. Делают шашлыки. Сейчас проезжали тоже, отдыхают, катаются на санках. Сейчас пойду на сам источник воды. Тут тропинка уже вся протоптана, много людей ездят за водой. Друзья, подскажите, кто с Алматы тоже? У вас тоже, когда кипятишь воду из-под крана, накипь всякая? Или у вас фильтр стоит, или как лучше вообще здесь быть? Вот так прямо из трубы набираешь. Чистейшая, да, вода? И она из-под горы, он бежит, вон, видишь, сочится. Подземный, такая высота, она с подземной идет. Или можно сейчас в магазинах, короче, там, в основном везде в магазине сейчас стоят эти. Тоже приходишь с 5-литровкой, 50 тенге стоит, 5 литров воды набирается, тоже очищенный. Тоже накипи нет. Это то же самое, что вот бутилированная вода. Ну, один, да, в один. Но это не родниковая вода никак. Красота. Чистая такая. Речка такая красивая течет тоже. Мороженое, замороженное все. Ну, тут тоже такой сказочный вид. Снежок везде лежит. В городе тоже снег, но здесь побольше намного. Друзья, это второй родник здесь. Это уже чуть ниже. Раньше он был совсем там внизу, в самом начале почти. Сейчас его закрыли там, потому что, наверное, ну, я не знаю почему. Вот такая красотища тут. Речка такая тоже красивая. Холодно, капец, если честно. В городе потеплее намного. И прям вот, я не знаю, сейчас посмотрю. Прям оттуда, наверное, набирать. Да, сейчас буду там набирать воду. Смотрите, какая чистая-чистая водичка. Снег здесь такой чистый, смотрите. Камни скользкие. Снег красиво лежит. Камни скользкие? Это сейчас воду набирает. Ау. Смотрите, какая природа здесь шикарная. Вон там горы тоже красивые. И снег такой чистый-чистый, прям белый. Вообще классно. Держи, дать. Какая здесь красотища. Вода ледяная. Я тут очень. Смотрите, классно. Да, холодно. Ну, конечно, блин, зима. Что, нормально набирается? Ёлочки. Просто ее можно было бы и в магазине купить, ну, чистую воду. Но там она уже, как вот говорил отец тоже, мёртвая. Она там вся уже, ну, ничего нету в ней полезного.
И, во-первых, приехал, набрал сам и немного погулял на природу, посмотрел, интересные же вещи такие. Свежим воздухом подышал. А вон там, смотрите, сейчас, если увидите. Кормушка, да? Кормушка, да, птичья кормит. Хлебушек лежит. В общем, красотища. С дочей, в общем, пошли в машину, потому что здесь очень-очень холодно. Там вот еще люди приехали тоже воду набирать. Видите, там еще осталось, уже обратно идет. А мы пошли в машину. Очень холодно. Вот мы тепло и оделись. Вот, в общем, друзья, набрали мы немного воды. Теперь будем пить. Потом в следующий раз, не знаю, получится поехать или нет, смотря какая погода будет. Здесь бывает, если снег хороший идет, то здесь потом не поднимешься в горах. Ну, по крайней мере, на легковой машине. Поэтому как-то так. Я думаю, кому-то, может, было интересно посмотреть кусочек такого отрывка из нашего дня. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем удачи.